Да, спасибо, Борис Алексеевич. Значит, следующий доклад у нас совместный с тремя авторами: Алексей Александрович Кретов, Марцис Юрьевич Гасунс и Владимир Владимирович Леонченко. Параметрический анализ санскритско-русского словаря Кочергиной. Так, кто будет докладывать? Спасибо. Вопрос о параметрическом анализе лексики санскрита прежде не ставился. Возможно, вследствие отсутствия до начала 21 века метода решения этой задачи. Таким методом является параметрический анализ лексики, сокращенно ПАЛ, разработанный Владимиром Тихоновичем Титовым на материале романско-русских словарей, а затем примененный его последователями к материалу других языков. В 2008 году предварительные итоги параметрического анализа лексики славянских языков были доложены Меркуловой и Кретовым на 14-м международном съезде славистов в Охриде, Македонии. Следующим этапом признания параметрического анализа лексики научным сообществом явилась публикация в первом номере 2011 года журналом «Вопросы языкознания» совместной статьи Кретова, Меркулова и Титова «Проблемы квантитативной лексикологии славянских языков». 15 февраля 2018 года в диссертационном совете при Институте языкознания РАН была защищена кандидатская диссертация Индиры Семеновой «Параметрический анализ лексики карачаево-балкарского языка на тюркском фоне». Ведущей организацией выступил Институт востоковедения РАН. Данные по санскриту в том виде, в каком он нашел отражение в словаре-источнике, вводятся в научный оборот впервые и носят экспериментальный характер, нуждаясь в серьезном анализе и конструктивно-критическом отношении. Теперь какие языки обследованы методом параметрического анализа? В индоевропейской семье обследовано 39 языков, в алтайской – 10, в уральской и кавказской – по 4, в австронезийской, сино-тибетской и тайко-адайской – по 1. А всего обследовано параметрическим методом анализа лексики 60 языков. Цель и задача исследования. Цель исследования с помощью параметрического анализа санскритско-русского словаря – выделить ядро санскритской лексики, потому что анализировать лексику – это значит минимизировать ее. Объектом исследования является санскритско-русский словарь Веры Александровны Кочергиной, второе издание 1987 года. В дальнейшем мы его будем называть просто источником. Выбор санскритско-русского двуязычного словаря обусловлен потребностью в едином метаязыковом основании для сравнения лексики языков, без которого лексико-семантическая типология попросту невозможна. А выбор санскритско-русского словаря объясняется тем, что метаязык должен быть родным для исследователя, что обеспечивает качественный семантический анализ лексики. На лексику словаря были наложены следующие ограничения. Ядро лексико-семантической системы составляют аппелятивы, поэтому из рассмотрения исключаются онимы. Ядро лексической семантики составляют имена и глаголы, поэтому из рассмотрения исключаются дискурсивные и грамматикализованные слова, местоимения, наречия, числительные, союзы, частицы, предлоги, а также междометия и звукоподражания. В результате реальный объект исследования составил менее 24 тысяч слов вместо изначальных 29 в словнике словаря. Метод исследования. Что такое параметрический анализ лексики? Это взвешивание каждого слова по четырем системообразующим параметрам на фоне всего словаря посредством вычисления для него четырех частно-параметрических весов. Деривационный вес косвенно оценивается по числу дефиниций в словарной статье с данной леммой. Парадигматический вес косвенно оценивается по количеству лемм с такой же дефиницией. При этом синонимами считаются леммы, имеющие одинаковые дефиниции на русском языке.
Третье. Синтагматический вес косвенно оценивается по числу разных основ, сочетающихся с основой леммы. Функциональный вес косвенно оценивается по длине слова в фонемах. Чем короче слово, тем больше функциональный вес. Сложение. Частно-параметрических весов дает интегральный параметрический вес каждого слова, по которому и осуществляется системная стратификация лексики источника. Как определяется этот параметрический вес? Каждый параметрический вес варьирует в интервале от 0 до 1, вычисляемой по следующей формуле. Логика формулы спортивная. Чем меньше участников показало такой же или лучший результат, тем выше место, вес данного участника. Каждое слово в словаре влияет на вес остальных слов по каждому из четырех параметров, что резко сужает исследовательский произвол и повышает объективность исследования. Принимается кумулятивная модель словаря. Словарь организован по принципу «ядро в ядре». Вот, допустим, вот это вот конус представляет весь словарь, который делится на ядро и периферию. В ядро входят слова, которые вошли в первую тысячу слов хотя бы по одному из четырех параметров. Таких слов в нашем источнике оказалось 27%, в периферии 63%. В ядре словаря находится большое ядро, в которое входят слова, вошедшие в тысячу, ну, которые вошли в два ядра по двум параметрам. В большое ядро входит среднее ядро. Здесь леммы, которые вошли в ядро по трем параметрам. И, наконец, малое ядро составляют те леммы, которые вошли по четырем параметрам в ядро словаря. Вы видите, что малое ядро – это менее процента, 0,4%. Теперь рассмотрим распределение лемм по функциональному весу, то есть по длине слова. По горизонтали отложена длина слов в фонемах. Одна фонема, две фонемы, 3, 4, 5, до 22. Это максимальная длина лемм в словаре-источнике. Итак, вы видите, что кривая функционального веса имеет верхнюю горизонталь и нижнюю горизонталь. Значит, самые короткие слова по своей длине приближаются к длине морфемы. А самые длинные слова по своей длине приближаются к длине словосочетания. Собственно, слова находятся в интервале между морфемами и словосочетаниями. То есть, собственно, слова – это слова длиной 4-9 фонем. Самым коротким полнозначным словом санскрита является лемма «и» – «идти», «отправляться», и «э» – «приходить из», «от». Самыми длинными леммами в порядке убывания длины являются леммы со значением, обладающие способностью познавать, желать и действовать, содержащие двусмысленность в каждом слове, имеющие 32 счастливых признака на теле и так далее. Вы видите, что это самые настоящие словосочетания, оформленные как леммы. В качестве функционального ядра лексики взято 2755 лемм длиной в 4 фонемы и менее, потому что количество лемм длиной в 3 фонемы меньше 1000, а именно 941 лемма. Стратификация лемм по деривационному весу. Теперь у нас по горизонтали отложено количество значений. 1, 2, 3, 4, максимальное количество значений 21. Это большая глубина многозначности. В
качестве ядра выбрана 1245 лем с пятью, вот они пять, и более значениями. То есть выбраны все рекордсмены. Самыми многозначными словами, а значит деривационными доминантами источника, являются четыре слова. Да, давать, дарить и так далее. Сардж, освобождать, отпускать, позволять и так далее. И садхана, приводящий к цели, ведущий, направляющий, создающий что-либо и так далее. Переходим к парадигматической составляющей, к парадигматическому параметру. Парадигматическое ядро источника составляет 1192 синонимических ряда из 6 и более лем. Парадигматической доминантой источника является слово «солнце». Простите. Является слово «солнце», образующее синонимический ряд из 61 леммы. Солнце является парадигматической доминантой. Парадигматической вице-доминантой является значение «сильный», которое создает ряд из 42 синонимов. Далее значение «идти», синонимический ряд 40 синонимов. Далее огонь 36 синонимов, смерть 35 синонимов, сила, мощь 34 синонима и так далее. Количество синонимов в языке, в словаре является показателем важности значения. Теперь синтагматическая составляющая исследования сочетаемости слов санскрита. К сожалению, информация о сочетаемости лем в источнике почти отсутствует. Это заставило нам обратиться к корпусу санскритолога Дюссельдорфского университета имени Гейне Оливера Хельвига, так называемому Дюссельдорфскому корпусу санскрита. А в нем нашлось 13682 леммы, совпадающие со словником источника. И для них были определены автоматически с помощью программных средств сочетаемость в крупнокорпусной базе. Одна из причин неполного совпадения списков – различие в написании лем, другая – низкая совместимость источника и базы вследствие ориентации на разные словари. Особенно важно, что не совпадают обозначения омонимов, поэтому омонимия здесь оказалась невосстанавливаемой. Ну и результат синтагматического анализа. Всего в таблице синтагматического анализа 790 записей я вам показываю только 11 самых употребительных. Представляете, 5894 слова разных сочетается с доминантой, 4453 с вице-доминантой, а слов, которые не получили информацию у нас, да, слова, которые сочетаются с одним словом, 991. Синтагматическая стратификация. Итак, мы взяли синтагматическое ядро в 1104 леммы. Это слова, сочетающиеся с 220 и более разными леммами. Синтагматической доминантой оказалась лемма глагольного корня «ас» – «быть», с которой сочетается вот столько основ. Вице-доминанты «ади» – «начало». На третьем месте «вач» – «говорить». Это все более 4000 основ, сочетающихся с этим словом. Теперь интегральная стратификация. То есть вот я вам говорил, что малое ядро по 4 параметрам, среднее по 3 параметрам, большое ядро по 2, ну, по 3 и более, по 2 и более, и, наконец, ядро словаря по 1 и более. Так вот, вы видите, что в малое ядро вошло 96 слов, в среднее вошло 548, в большое 2416,
и в ядро словаря 8825, или 37%. Интегральная доминанта санскрита, по данным источника, это слово «го» – «бык». Его, у него максимальный вес – почти 3977. Вице-доминанта – «дхи» – «мысль». На третьем месте – «гам» – «идти». На четвертом – «пху» – «существующий». Далее – «сев» – «медлить», «ям» – «проверять», «вач» – «речь» и «тап» – «быть горячим». Итоги и перспективы. Мы назвали самое короткое слово «и», самое многозначное «да», «сардж», «садхана», самое синонимичное значение, самое главное значение по источнику солнца, самое богатое сочетаемостью «ас» – «быть», самое главное слово санскрита «го» – вице-доминанты «бык», а вице-доминанты «тхи» – «мысль». В качестве бонуса самая амонимичная лексема в санскрите – «вас». 5 амонимов. Сиять, сверкать, носить одежду, жить, обитать, резать и быть прямым, выпрямленным. Перспектива. Проверка и уточнение полученных данных. Оценка полученных данных на фоне других языков. Выявление национально-специфической лексики санскритских слов. Определение индекса семантической удаленности санскрита от русского языка. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, вопросы, пожалуйста. Есть ли вопросы у кого-то? У меня есть вопрос. Так, да, пожалуйста, если Анастасия не... Сергеевна, да. Да. Я хотел спросить докладчика, скажите, а вы отдаете себе отчет в том, что вы... Анализируйте не язык, а конкретный словарь языка, да, который составлялся по определенным источникам, да, и у которого есть определенная специфика, потому что, ну, словарь Кочергиной, он вообще немножко особняком стоит, да, это единственный русскоязычный словарь санскрита, но, между нами говоря, да, он среди двуязычных словарей санскрита совсем не самый обширный, не самый репрезентативный и так далее, да, то есть его главный плюс в том, что это единственный русскоязычный словарь. Вот, поэтому вы анализируете именно словарь Кочергиной, вы не можете делать утверждение о санскрите в целом, вы не можете делать утверждение о самом длинном слове санскрита и так далее, да? Вот, то есть тут вопрос как бы о том, что делать дальше с этими выводами. Анастасия, большое спасибо. Если вы внимательно изучили название нашего доклада, вот, то вы могли заметить, что он называется «Параметрический анализ словаря Веры Александровны Кочергиной». Мы прекрасно отдаем себе отчет, что словарь не равен языку. Более того, словарь – это следствие тех текстов, которые расписаны для этого словаря. Совершенно верно. Тексты в выводах тоже... вы говорите не о словаре, а о санскрите. Извините, о соотношении санскрита и русского языка. Правильно. Дело в том, что в непосредственном наблюдении нам язык не дан вообще. В непосредственном наблюдении нам язык дан только как словарь и как грамматика. Поэтому каждый словарь является субъективным образом объективной реальности. И как показывает наш опыт анализа разных словарей одного языка, значит, вот субъективная составляющая – это примерно около трети. А на две трети даже самые разные словари обычно совпадают, потому что они отражают одну и ту же реальность. И никакого другого способа изучать лексику языков, изучать лексическую типологию просто не существует.
Ну, я тут могу только добавить, что когда я изучала санскрит в университете, нам было запрещено пользоваться словарем Кочергиной. Мы пользовались словарями Апте, Моньер-Вильямса, другими, да, но не словарем Веры Александровны, именно потому, что он недостаточно репрезентативен. Поэтому вы выбрали именно, да, чем ответ. Был продиктован ваш выбор именно этого словаря? Вы сами ответили на мой вопрос, потому что это единственный санскритско-русский словарь. И это позволяет вписать его в те 60 уже полученных результатов других языков, которые получены по другим языкам, и дать ему типологическую перспективу. Значит, никакого другого варианта нету. Значит, еще скажу, 30 тысяч, пусть 20 тысяч. Знаете, сколько слов в языке Пушкина? Без малого 23 тысячи слов. А в словаре Веры Александровны намного больше. Там 29, но мы исследовали 23 тысячи, то есть словарь Пушкина. И что, словарь Пушкина не репрезентативен для русского языка? Конечно, для современного русского языка словарь Пушкина совершенно не репрезентативен. А вот, вот несовершенно, не надо преувеличивать. Не надо преувеличивать. Язык изменяется крайне медленно. За 200 лет в языке Пушкина произошли микроизменения. И это микроизменения, которые произошли на периферии языка. А мы выделяем и исследуем ядро, которое очень устойчиво, для изменения которого нужны тысячелетия. Спасибо, я поняла. Ваша точка зрения, вопросов у меня больше нет. Так, так, да, Анна Григорьевна, только совсем коротко, если можно, потому что да, у меня поджимает. Только, позвольте, общий вопрос. Для чего, в конечном счете, вот это интересный действительно подход, для чего он в конечном счете нужен? Да, да, поддержу тоже. Это что, вопрос, Анна Григорьевна. Как теперь принято называть... Языковая картина мира должна быть реконструирована вот, в результате такой работы? Или еще какая-то более практическая цель? Значит, я не случайно приводил вот этот образ. Каждый словарь является вот такой джамалунгмой. И он принципиально бесконечен, потому что на периферии находятся слова других языков. Для того, чтобы познать лексико-семантическую систему языка, надо исследовать самое ядро ядра языка. Потому что именно здесь он наиболее устойчив, наиболее структурирован. Значит, это вот смотрите, как от Кремля расходятся улицы по всей Москве. Точно так же от этого ядра расходятся ребра жесткости по всему словарю. Поэтому познавать лексико-семантическую систему языка – это значит выделять и исследовать его ядро и сравнивать ядра языков, где они наиболее компактны и наиболее организованы, структурированы. А если мы выделим такие ядра, то мы получим возможность создания, во-первых, описания лексико-семантической системы языка, которого не существует пока ни для одного языка мира, а во-вторых, лексико-семантическую типологию, который тоже на сегодняшний момент не существует. То, чем занимаются коллеги в Вышке, ну вот во главе с Екатериной Рахилиной, является микротипологией. Они берут отдельные фрагменты, и их исследуют в самых разных языках. Прекрасная вещь, нужная вещь, перспективная вещь, но по ней нельзя судить о языке в целом. А здесь мы получаем возможность уменьшить, сузить язык до доминанты,
до одного слова. И по этим доминантам можно классифицировать лексику, как, например, вот у Титова оказалось, что среди романских языков из 6, которые он исследовал, 4 имеют доминанты и глагол со значением «дать». Лучше всего для всех языков 4 корня «версал», «йон» и «рош». Да, я тоже об этом подумала. Знаете, я ценю ваш юмор, но в отличие от Мара, мы не придумали эти корни, а мы получаем иерархию, которая опирается на информацию всех слов, всех 23 тысяч с лишним слов в данном словаре. Здесь нет произвола исследователя. Здесь каждый раз словарь дает нам информацию. Мы можем одним словарем проверять другой словарь. Вот. Мы отдаем себе отчет в том, что словарь не равен языку. Но другого способа получить информацию о лексико-семантической системе языка, как и словаря, не существует. Так, ну, я думаю, что мы можем перейти к следующему докладу, потому что так мы будем долго дискутировать. Значит, следующий доклад.